суток, дамы и господа. Картина ТВ, вопросы и ответы. Я ее автор и ведущий Юрий Тенман. Сегодня я расскажу вам о том, что делать, если вам понадобился ваш абонемент и пароль, а он по каким-либо причинам у вас утерян. Как его восстановить? И второй вопрос, который мы с вами затронем, это где и как найти ваш пароль от интернета, Wi-Fi пароль, если вы его тоже не знаете. Как попробовать решить эту проблему? Попробуем решить. Итак, прежде всего абонемент. С абонементом два пути. Путь первый. Если вы оформляли официально абонемент через непосредственно картину ТВ в Германии, и у вас не приобретен абонемент, допустим, у дилера у вашего, или вы его не покупали где-либо в магазинах или в центрах продажи абонементов, то тогда восстановить его легко, зайдя на вашу почту. Вы, когда оформляли ваш абонемент, вы обязаны были дать ваш почтовый email-адрес интернетный. В этом почтовом адресе у вас обязательно должно остаться письмо. Попробуйте найти его в поисковике вашей почты, набрав сверху просто ваши данные для доступа к сервису «Картина ТВ». Если вы заглянете внутрь, там будет написано 8 цифр вашего абонемента и 6 цифр вашего пароля. Если такое письмо вы по каким-либо причинам не сохранили, или вы не помните пароль от вашего почтового ящика, тогда можно попробовать восстановить пароль другим путем. Прежде всего, мы с вами нажмем на кнопку «Топ-меню» или на кнопку «Домик», те, у кого приставка «Дюна Ева», а не «Дюна Экс», и мы с вами попадем вот сюда, в эти квадраты. Двигаясь вправо или влево, это без разницы, мы с вами в центр выставим приложение «Настройки», и оно вот с такими шестеренками, и мы нажмем на это, чтобы попасть внутрь. В данном случае здесь вы видите квадрат белый, который называется «Картина ТВ». Мы уходим с вами в него, заходя внутрь, мы с вами видим надпись «Редактировать абонемент». А сверху над надписью «Редактировать абонемент» стоит дата его окончания. В данном случае у меня 23 сентября. А еще выше стоит непосредственно номер вашего абонемента. Ну, в данном случае вот у меня 446-5848. У вас там будут стоять ваши цифры. Перепишите их на бумагу, потому что это всего лишь цифры вашего абонемента. Далее вам надо будет позвонить в техническую службу «Картины ТВ», это в Германию, и попросить восстановить вам пароль. Для этого вам понадобятся 4 последние цифры вашей кредитной карточки, которой вы проплачивали данный абонемент. Если вы не помните номер этой карточки, тогда, позвонив в Германию по телефону, который сейчас у вас выставлен на экране, вот список телефонов для всех стран, эти телефоны бесплатные, почти во всех странах вы можете набрать их и соединиться на русском языке в любое время суток, 24 часа в сутки, да? И тогда вы можете сказать, что, ребята, я не помню, какой у меня карточкой была проплата, назовите мне хотя бы последнюю цифру, чтобы я смогла ее найти в кошельке. Или рассказать вам историю этой карточки, если она вдруг просрочилась, вам пришла новая. Но по-любому «Картина ТВ» всегда и технический отдел в состоянии решить этот вопрос. Они могут идентифицировать вас по адресу, по фамилии, по телефону. Там очень много у них способов проверки, чтобы убедиться, что это именно вы желаете сменить ваш пароль, и вам дадут новый, и тогда вы легко можете уже новый пароль завести и воспользоваться им. А вот как это сделать, легко посмотреть, например, в ролике, как настроить и подключить приставку «Картина ТВ» Ева, которая выставлен у нас на канале. Таким образом, мы с вами восстановили непосредственно абонемент. Но теперь вопрос второй. Как нам с вами восстановить
Wi-Fi пароль и попробовать его узнать, если он утерян. Здесь сложнее. Дело в том, что по определению модем, который вы приобретаете, он имеет наклейки. Они либо снизу, либо сверху, либо сбоку. Всегда есть наклейка, на которой написано ваше имя вашего модема, ну, сервиса в данном случае интернетного, и непосредственно в вашей квартире, и ваш пароль. Но если к вам приходили устанавливать или вы устанавливали сами ваше оборудование, то довольно часто они говорят, давайте мы вам поменяем. Они думают, что они делают лучше, но мне кажется, что в данном случае многим из нас они оказывают медвежью услугу, потому что люди с удовольствием меняют, но проходит много лет, и люди, к сожалению, забывают о том, какой пароль они заводили. В таком случае я всегда пытаюсь напомнить, и очень часто я попадаю в точку, и действительно мы вспоминаем пароль, например, часто люди используют старые телефоны, второй альтернативный телефон в виде пароля дни рождения детей, внуков, свой год рождения с именем, то есть попытайтесь все-таки вспомнить ваш пароль. Если этого не удалось, тогда у нас с вами есть еще один способ. И самый простой, наверное, способ в дюнах, приставках тех, кто обладает именно дюнами, а не Камига, например, Кватро или Камига Дуэ, там это сделать невозможно, но вот в приставках Дюна это сделать можно. Тогда мы с вами вернемся обратно на один шаг назад или зайдем с самого начала, нажав на кнопку «Домик» и кнопку топ-меню у тех, у кого приставка X, увидим квадраты, выберем опять же квадрат настройки, поставим его, вот как сейчас у меня, в центр, нажмем на Enter и попадем внутрь. И заходим мы с вами в данном случае в квадрат «Сеть». Мы с вами идем в сеть, мы надавили на Enter. И здесь мы с вами видим, что у меня сейчас подключена приставка по воздуху. Непосредственно через Wi-Fi. И у меня высвечен IP-адрес 192.168.1.4. У вас могут быть совершенно свои цифры, но главное, что видно сразу же, что на проводном у меня стоит отключено и не задан, а интернет, а вот по Wi-Fi у меня действительно включен на Wi-Fi. Тогда я, выбирая эту надпись, как она у меня сейчас и выбрана, давлю Enter. И мы с вами попадаем вот сюда. Здесь у нас выбрано по определению «Изменить». Это хорошо. Мы сразу же с вами давим кнопку Enter. Теперь мы с вами видим поиск Wi-Fi сети. Но дальше у нас с вами стоит имя нашей сети. В данном случае это имя моего интернета, моего модема ZTE8D2552. Это имя моего модема. А ниже мы с вами видим пароль. Берите лист бумаги, переписывайте, у вас восстановлен и Wi-Fi пароль, и имя вашей сети. Дальше вы можете использовать его, например, для подключения лаптопа или какого-либо девайса, который вы хотите использовать, или вы можете делать перезагрузку системы, делать сброс настроек, у вас в данном случае есть и ваш Wi-Fi пароль, и ваш абонемент. Ну, пароль следует восстановить в Германии. С вами был Юрий Тенман, Картина ТВ, вопросы и ответы. Я думаю, я вам сегодня здорово помог. Пишите, задавайте ваши вопросы. Всегда рад ответить. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, они крайне важны. Этим вы существенно помогаете продвижению канала. Канал нужный, канал востребованный и хороший. Оставайтесь с нами, берегите себя. До новых встреч!